В Санкт-Петербурге в рамках Международного экономического форума президент акционерного общества «Лукойл» Вагит Алекперов и губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заключили дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве, которое предполагает развитие социальной сферы региона. В частности, запланирована поддержка мероприятий в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики, патриотического воспитания, здравоохранения. В этом году «Лукойл» оказывал содействие в проведении 25-х соревнований по кроссу на снегоходах «Буранды» на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова, национальных спортивных состязаний. Продолжится реализация медико-социального проекта «Красный чум» по оказанию врачебной помощи оленеводам-кочевникам и жителям отдаленных поселков Ненецкого автономного округа. Еще одно соглашение в рамках второго рабочего дня экономического форума в Санкт-Петербурге подписали губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный и глава Ростелекома Эдуард Масиевский. Но основная цель этого соглашения прийти к тому, чтобы у нас все сервисы цифровые были ровно такие же, как в крупных мегаполисах. Плюс, чтобы цена этих услуг была ровно такая же, как в крупных городах. Поэтому мы поставили цель прийти к таким тарифам, а для этого будет появляться резервный канал, для этого мы будем отрабатывать специальные тарифы для тех, кто сегодня не может платить вот по тем расценкам, которые есть у Ростелекома.